Привет, Страж, меня зовут Джонни Лейни, и в этом видео я делюсь своими самыми первыми впечатлениями и эмоциями от новой карты «Падшее знамя». Почему, зачем, чё, видео про карту, совсем контента нет, что ли? Не-не-не, фишка в том, что это ремастер моей любимой карты из первой части Destiny, а потому я очень ждал старта этого железного знамени, чтобы оказаться в знакомой локации. Дальше вы увидите запись живого геймплея, минимум монтажа, максимум эмоций и мыслей. Приятного просмотра. Павшее... Ой, да не наконец-то. Я, наверное, матчей 20 сыграл, чтобы сюда попасть. Это баннерфол, баннерфол. Ебой. Ох, как же тут кабалы все разнесли. Ладно, я дома. Это главное. Козырьки, мостики. Вот это вот все. Побежать. Ну вот нельзя было никогда здесь бежать в тупую на этих козырьках. Не бегал в первое, тут на радостях ломанулся как дурак. Блин, круто, круто. Все то же самое, только по прокачанию и детализации. Так, точки, я так понимаю, все там же. А и С в зданиях, а Б наружу. О, хавики. Надо успеть. Не успел взять. Вообще, хавики надо караулить. Я же сюда пришел со снайпой играть на этой карте. И, в принципе, всегда играл со снайпой на этой карте. В первой части как бы с этим попроще было. Но можно и здесь подстроиться. Раньше это было прям тренировочно. Вот, что? Какой-то козырек прикрутили, непонятно для чего. Такс, на миду все как и было. Давайте попробуем через их респаун пройти. Раскочить. Первый выход. У нас, я смотрю, пушат. Давайте встретим. Yes. Наконец-то снопа. Здесь со снайперкой можно чувствовать себя вообще как дома, и если знать все выходы, все углы, то будет максимально комфортная среда для тренировки с снайперской винтовкой. Вообще, в принципе, это было тренировочным таким полем. В первой части, так, дерева-то нет, да? Пенек только. Только пенек. Сейчас попробуем выцелить кого-нибудь. Пау! Первый пошел. Сейчас с центра. Обычно вообще всегда вот на центре стоишь, смотришь выходы. Выходы вот с респауна отсюда. Всегда там выходили. Отлично. Ну, ничего не изменилось, собственно. Люди как там шарашились. У них одна голова торчала, так и шарашится. Так, нет, по козырьку я не пойду, я уже договаривался. Уже был косяк в этой игре с козырьком. А ну-ка, почти в прыжке. Второго сейчас надо успеть забрать. Блин, только бодик. Сейчас отхил. Не буду рисковать. Может быть... О, я еще ультанем сейчас тогда. Раз, ну... Разминченко. Ну окей, первый заход со снайпой случился. Сейчас главное не расслабляться, подобрать еще снайпу. Чувство ностальгии разогревает. Интерес только никак не мешает. Я категорически не согласен со всеми, кто говорит про реюз. Так, силовые. Подгадаем кого-нибудь, подгадаем. В первой части на этой карте у меня были регулярные стримы. Если случался Trials of Osiris, ну это аналог испытаний 9 из первой части, прототип, так скажем. Если этот режим проходил на карте Bannerfall, то я... Так, секундочку, давайте этого встретим господина. Он же выйдет? Давай. Блин, снайпы флинчит от попаданий. В прыжке. Бодик. Добить. Отлично, даблдаун еще. Вот, гравикопья в первой части не было. Так, тут не очень хорошо вырули. Ну так вот, когда случались испытания на этой карте, я обязательно всегда подрубал стрим. Обязательно брал какого-нибудь приятеля, и мы устраивали розыгрыш таких протаскиваний, попыток помочь подписчикам. Обязательно доводили кого-нибудь до награды за 9 выигрышных побед без поражений. Обязательно всегда это было все очень на нервах, на напряге вот на таком. Все вытаскивали на кончиках пальцев.
Мне на этой карте выпадал первый раз эмблема со этим, с кошечкой за третий год. Игроки из первой части поймут, что это за эмблема. Давалась за более 9 побед без поражений. И вот именно на Баннерфолле, на моем любимом, мне же повезло больше всего. Да где он? Где он? Хочется все время как-нибудь красиво развернуться со снайпой, дать там с разворота выстрел, пока не срастается чего-то. Но в любом случае, что-то залетает, это не может не радовать. По снайпе соскучился. У нас тут хэвики как раз опять ждут. В темную эпоху мы называли это Баннерфоллом. Сейчас это падшее знамя. Но не время смеяться над локализацией. Бьем. Ага. Сейчас. Отхил, и мы тебя сейчас выцелим. Вот так. Ой, если бы я на этого развернулся, я бы просто заорал. Если бы развернулся и дал хэт ему тут же. Сейчас, конечно, со снайперскими винтовками играю реже. И, как и все, в принципе, игроки, которые раньше со снайперками рубились в горнило, в крусибу. Потому что меньше возможностей для практики, меньше патронов. Пока. О, засел. Дофига. О, ну вот. Не сильно много было киллов, конечно, со снайпы. Но я рад, что все-таки получилось что-то тут настрелять. Блин, крутые эмоции и победа. И со снайпой побегали. И на КД наиграли нормальный. Класс. Вообще, очень рад, короче, что вернули эту карту. Жду не дождусь, когда она появится в обычной ротации режима в горнило. Буду рад здесь играть снова и снова. Приваточки катать, опять же. Спасибо за просмотр.